это та статуя русалка. Русалка? Кто там? Тюлень. Может, котик? Ты что, не видишь? Вижу, просто дом похоже. Давай. Нет. Здесь, наверное, сугробы жесткие уже, потому что все тает. Целая гора. Просто бить. Так, нужно побыстрее просто сделать зарисовку. Нет, если хочешь петь, пой. Если бы была дома одна, жила бы, я бы вообще ничего бы не было. Пела? Без остановки. Это смотрится сложнее, чем я думала. А вот там уже разделение было вот в этой доске? Нет, это я сделала. Здесь были две вот такие вот. Вот сразу видно, не смотришь мои видео. Я это выкладываю. Как ты делаешь коробку эту? Да. Все будет размерено по метру русалки? Не знаю, нужно как-то списать положение, не получается. То ничего. Нет, не могу. Я глаза закрываются. Ну, мы сейчас еще немножко порисуем, пойдем берегусим. Лиза еще просто такая абстрактная. Не сильно понятно, что это такое. Хвост не совсем еще русалочный. Такой какой-то странный. Что-то очень непросто нужно остановиться, потом хотя бы русалку туда делать. О, как красиво падает с деревьев. Мне кажется, ли снег перестал идти? Да. Чуть-чуть только идет. Ой. Что-то не очень, очень не очень. Но не буду сдаваться еще чуть-чуть. Тот же вопрос к нам. Отдыхаю. Зима еще не закончилась. Кстати, так и получилось, то, что я всю зиму не работала. Офигенно. Да, отпуск тоже нужен. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да, они еще такие милые девушки. Мне иногда на шишку тоже хочется одежку. Но думаю, не буду мучить животное. У нас была одна бумера. И? Видела? Куда зайчик? А, да. Розовый. Ему не нравилось. Ну, конечно. Собачки не надо. А в больших городах еще и сапожки. Угу. Я смотрела, потому что там же раскидываются. А, точно. Угу. Разные химикаты. Сделаю позитивную даль. Позитивную даль набросаю. Вот такая маленькая зимняя зарисовка получилась. Я хотела нарисовать вон ту мадам. Спасибо за просмотр.